Всем привет, меня зовут Лаура, а я из Казахстана. Я люблю ходить в горы, потому что это невероятный заряд энергии, несмотря на то, что ты сжигаешь гораздо больше калорий, чем на обычной своей тренировке. И еще ты не можешь... Еще ты можешь не переживать за то, что за все лето ты не был на море, потому что можно прийти в горы и позагорать отлично. Где-то заканчивается, да? Нет, да, то есть... У меня села оса. Мы тоже должны быть, потому что... В эти выходные мы отправились на второе Кульсайское озеро. И первое. И самое главное в горах, конечно же, это обувь. Спортивная, удобная горная обувь. Второе, но не менее важное, это головной убор и солнцезащитные очки. И, наконец, третье, это палочки для скандинавской ходьбы, которые очень помогают в походе при крутых подъемах и спусках. До озер Кульсай и Каймыры можно добраться на лошадях. Но если идти пешком, то дорога в одну сторону занимает около 3 часов, а обратная около 2. Озеро Кульсай имеет свойство менять цвет своей воды в течение всего дня. И еще обязательно возьмите с собой купальник, чтобы искупнуться в Кульсайском озере. И местные жители не зря нам посоветовали взять с собой дождевики, потому что может начаться резко летний сильный дождь.